заходил в Красти Крабс и познакомился там со Сквидвардом. Я сказал, он стоит $98. Мне не понравилось. А в этой игре мне придется самому стать сумасшедшим Сквидвардом. Который хочет захватить бикини-ботом. Лайк поставь. Лучше поставь, пожалуйста. Капец, это я. Я лежу в кроватке. Такая замечательная музыка играет. Какой прекрасный день в бикини-ботом, если бы этот не сраный будильник. А не, смотри, мне даже вообще по барабану. Я спокойненько... Меня зовут Сквидвард. Я просыпаюсь каждый день и сразу иду на работу. И возвращаюсь домой. Понял, понял. А кому ты это говоришь? Ничего не меняется. Я думаю убить тебя. Кому ты это говоришь? Но перед тем, как убить тебя, я убью всех, кого я ненавижу. Нормально вообще с головой этого Сквидварда? А я знал! Я ненавижу работать здесь. Все жирные и раздражительные. Все, я больше не могу. Я всех убью! Я когда смотрел Спанч Боба, я знал, что Сквидвард кто-то скрывает. Готовьтесь умирать! Ага, да, я уже готов. А, точно, так это же я за Сквидварда играю! То есть я сейчас реально буду просто всех убивать! Пофлекси пока можешь! Мне тут сразу дают калаш под... Я реально сейчас буду просто всех убивать за Сквидварда. Хреново флекси, сдохни по... Я реально его убью. Я сумасшедший Сквидвард, я всех убью. Все сдохнут. Я заколебался продавать вам ваши сраные крабсбургеры. Кажется, за мной менты приехали. Надо бежать, найдите мистера Крабса и убью. О, я сейчас этого мистера Крабса. Сейчас я этого мистера Крабса. Почему я пошевелиться не могу? Я убью этого мистера Крабса. Я его уничтожу, капец, крабсбургера. Можно похавать? Вот она, дверь мистера Крабса. Кажется, дверь накрыта. Где ключ? Не знаю, а ну, ты же тут работаешь, не я. Ну откройся, падла, тут по-любому. Ага, а вот и ключик, капец, я сразу догадался. Открываем дверку. Заходим. Руки вверх, это ограбление. Всем мистером Крабсом выйти из укрытия. Пришел сумасшедший Сквидвард. А все, мистера Крабса нет, он сбежал, может, под столом. А, нет, подожди, под... это не стол, даже это ящик какой-то. Подожди, а раз-то ящик, может, этот ящик открывается? А ну не с места, это я. Кто мне задерживал зарплату? Что там говоришь, мне абсолютно не важно. Сдохни, падла, сдохни. Умри. Я в тебя уже 10 раз выстрелил, сдохни. Все, он сдох или нет, я могу еще, в принципе, пару раз поставить. Ну теперь, очевидно, я смогу открыть эту дверь. А, подожди, мы же еще не убили Спанч Боба, а Спанч Боб-то тоже падла. Я не знаю почему, но я просто всех ненавижу. О, господи, срочные новости! Сквидвард убивает всех подряд! 8 убитых! Боже, что происходит? Капец, полиция, за мной едут копы! Уезжай, Сквидвард, вали отсюда! Сумасшедший Сквидвард скрылся с места преступления. Ой, срочные новости какие-то. Срочные новости. В Красти Крабс устроили перестрелку. Ага. Главный подозреваемый Сквидвард успел скрыться, но похитил своих соседей, Патрика и Спанч Боба. Зачем ты это читаешь? Обрати... Я не могу поверить, что это правда. Я должна спасти Спанч Боба и Патрика. Надеюсь, что не придется убивать Сквидварда. А, подожди, я теперь играю за Спанч Боба, что ли, или что? Или я до сих пор Сквидвард? Я точно не Сквидвард! Я точно не Сквидвард! Пошел ты в жопу, сраный Сквидвард! Я понял, то есть теперь я играю за Сэнди, за эту белку, сраную астронавтку. И нам нужно найти Спанч Боба и Патрика, чтобы их спасти. А где они могут быть? Где я вообще нахожусь? Это... Что происходит? Там кого-то режут. Подожди, а как это открыть-то? Я не знаю, чем тебе помочь. А, подожди, я могу спрятаться в шкафу? Я хочу спрятаться в шкафу. Все, я сижу в шкафу. Подожди, я не прятаться сюда пришел. Я пришел сюда, чтобы спасти Патрика и Спанч Боба. Мне нужно каким-то образом открыть вон ту дверь, которая забаррикадирована деревяшками. Ага, это у нас зал. Это тут, по идее, я заспавнился или нет? Надо покакать. Срочно покакать нужно. Лом! Я нашел лом. Вот то, что мне как раз таки и нужно. Патрик, я иду на помощь. Живи, пожалуйста. Патрик! Все, Патрик, я уже здесь, можешь не кричать, сейчас я все открою, ну что ж ты пережил? Ну, в принципе, да. Вот, можешь покричать, это нормально в твоей ситуации, я не осуждаю. Патрик, как это выключить, да как это выключить, я не знаю, как тебе помочь, Патрик. Твою мать, бедный Патрик. Патрик, живи, пожалуйста, выживи. Как эту штуку отключить, я не понимаю. А, вот, все, из розетки нужно выдернуть. Да как выдернуть-то, ёпарасы-то, я не знаю. Да я не понимаю, как это отключить, перестань кричать, пожалуйста. Смотри, еще одна дверь есть. Патрик, я сейчас приду, не переживай. Раз в этой комнате
Патрика была дверь, значит, наверное, мне нужно было выйти отсюда. И где-то здесь как раз-таки мне нужно найти что-то, что поможет отключить странный механизм, который убивает Патрика. Блин, где Патрик? Смотри, электросчетчик. Может быть, мне нужно электросчетчик отключить, да эта штука перестанет пилить? А, да, реально, смотри, она открывается, рычаг отключился. Как он еще живой? Все, получается, Патрик спасен. Осталось спасти только Спанч Боба, и все будет вообще зашибись. А где эта комната была? Я потерялся, я забыл. Нет, это не оно. А, вот она, точно, точно, вот она. Патрик, я иду к тебе, Патрик. Первую медицинскую помощь оказываю. Патрик даже весь порезанный пытается флексить. Ну давай поговорим, что ты там мне хочешь сказать? Давай, расскажи. Шэнди, ага. Спасибо, что спасла меня. Да, не вообще без проблем. Не за что, давай выбираться отсюда. Да, пошли, давай. Окей, пошли. И еще кое-что, ты видел Спанч Боба? Да, я видел, Сквидвард утащил его в зал. Ага, получается, Спанч Боб где-то в зале. Не могу. Подумаешь, ему просто живот весь порезал. Подожди, ему даже не живот порезал, ему порезало кое-что другое. Наверное, у Патрика там ничего нету, он же все-таки морская звезда. Вот, получается, здесь выход. Как ты и просил, Патрик довел тебя до выхода. Ну давай быстрее тебя подтолкну. Давай, давай, хорошенький ты мой, ну что ж такое-то, давай. Бедный Патрик, мне его так жалко. Ну все, вот смотри, вот выход, что тебе не нравится? Ага, все, Патрик подходит к выходу. Ой-ой-ой-ой-ой, что этот Патрик творит? Подожди, то есть, а я не мог сам открыть эту дверь или что? Или зачем я его сюда привел? Короче, я ни хрена не понял, но нам сказали идти в зал. Ну окей, давай, допустим, пойдем в зал. Подожди, там был Сквидвард. Там был Сквидвард. Если я сейчас туда пойду, мне, скорее всего, капсда придет. А, не, смотри. Ты дурак, конечно. Смотри, я пришел в зал. И что мне в этом зале нужно сделать? Якорь взять, я не понимаю. Мне очевидно, нужно попасть за эту дверь. Там по-любому как раз-таки находится Спанч Боб. Ну а эта дверь закрыта. Раз Патрик мне сказал исследовать зал, значит, по-любому что-то должно. Твою мать, я посрал. Сраный шкаф, по-любому что-то здесь должно... А, подожди, тут какой-то секретный проход, то есть Патрик все-таки меня не обманул. Капец, Патрик хорош, лестница наверх, хорошо, это, допустим, я ползу. Мы заползли наверх, и здесь еще одна дверь. Дай-ка я угадаю, мы как раз-таки с тобой попали сейчас на ту сторону, куда мы не могли залезть, вон за ту закрытую дверь. И как раз-таки где-то здесь должен быть Спанч Боб. Спанч Боб, ты где? Да-да-да, вот это та самая дверь, то есть получается здесь мы еще с тобой... Он убил Гэри, нет, бедный Гэри. F за Гэри. Подожди, ну раз Гэри убили, может быть и Спанч Боба тоже где-то кокнули. По-любому он должен быть где-то здесь. Спанч Боб, Спанч Боб, привет, я пришел к тебе. Энди, ты пришла помочь мне? Да-да-да. Спанч Боб, что это за устройство? Откуда я знаю? Сквидвард повесил меня сюда, и я думаю, что оно разорвет меня пополам. Ты прав. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Шенди, тебе нужно спрятаться в шкаф! Окей, то есть к нам идет Сквидвард? И я просто спрятался? Сквидвард, нет! Нет, он сделает все, что ты скажешь, если ты отпустишь меня! Он его убьет! Восьминогов нет, писюна. Прощай, Спанч Боб. Нет! Нет! Спанч Боб! Какой ужас! Ну, получается, F из-за Спанч Боба тоже жмем. Подожди, я же сейчас могу вылезти и спасти его. Все, я вылез, Спанч Боб, не кричи, сейчас я сломаю эту сраную машину. Так, что я могу сделать? Что я могу, чем я могу сломать эту машину? Мне нужно по-любому всунуть что-то в эти шестеренки, и тогда все нахрен сломать. А, подожди, что это такое? А, это можно типа отключить. Я понял, сюда нужно какой-то воды налить. Ща буду, я в ванну. Там было нарисовано, типа, ни в коем случае нельзя туда лить воду. Мне нужна какая-нибудь бутылка, чтобы воду набрать, хоть что-нибудь, хоть какая-нибудь емкость. Сраный Сквидвард там. И твою мать, он уже здесь! Да пошел ты в жопу! Я видел ведро! Я видел ведро! Я видел ведро! Я видел ведро! Это ведро я прямо сейчас беру аккурат. Да твою мать, это что ты? Почему ты в ванной-то стоишь? Пошел нахрен отсюда! Мне нужно в... Он реально просто будет в ванной стоять. Ага, все, он ушел. Я быстренько набираю просто водички. Быстренько набираем водички и валим отсюда! Пошел! Твою мать! Меня убили! Пошел ты в жопу, сраный Сквидвард! Вот говнюк, а! Ладно, но зато теперь я все знаю. Я... А, что? Что? Я должен все заново пройти, твою мать! Я спасу тебя, Спанч Боб, ты главное не переживай. Все, набираем водички и сразу же бежим обратно к Спанч Бобу. Быстрее. Пока Сквидвард нас не заметил. Все, Спанч Боб, я уже здесь. Поливаю, все, водичка, механизм сраный, ломайся!
А что, нужно оба механизма сломать? Вы серьезно? Подожди, а как второй сломать? А как второй-то сломать? Я не знаю! Да я не знаю, что ты орешь-то! Где-то должно быть что-то, что сломает еще второй механизм. Сквидвард пошел сюда, получается, я могу пройти в эту комнату. В этих полках тоже не... Лом! Точно! Лом, это мне надо. Лом, это мне надо. Твою мать, твою мать. Он идет сюда! Ты серьезно? Ты серьезно? Ну как, куда мне нужно было спрятаться? Какая же ты тварь? Я решил сначала взять лом и попробовать сломать вот этот вот механизм. Да, действительно, он ломается. Замечательно. Теперь осталось... Да все, ну не кричи, пожалуйста. Теперь главное очень осторожно снова найти ведро, которое находится вот здесь прямо слева в комнате. Только если там Сквидвард, то мне кобзда. Вроде бы никого нету. Все, беру ведро. Ведро я взял. Теперь можно пойти в ванную, быстренько набрать водички и быстро бежать в комнату Спанч Боба, потому что там есть шкаф, и там я смогу спрятаться. Все, Спанч Боб, я уже здесь, я разливаю воду. Разливаю, разливаю. Подожди, там Сквидвард. Там Сквидвард прям там стоит. Может быть, мне залезть в шкаф? Я бы лучше в шкаф тогда залез. Я не знаю, что сделать, господи. Так, окей. Спасибо, Сэнди. Да, без проблем, без проблем. Нужно бежать, что так делать? Там Сквидвард идет. Сквидвард здесь. Твою мать, все, мне кобзда. Спанч Боб, ты опять сломал весь мой план. Это был последний раз. Пришло время мне умереть. Достал свою странную душу. А, в смысле? Ты просто сдох сам? Я думал, сейчас типа какая-то финальная битва будет. Он просто сам... Не, ну я если что такое вообще осуждаю, но меня этот Сквидвард правда очень сильно взбесил. Все, я победил? Да, это конец! Победа! Капец, вначале казалось, что такая простая игра, так просто от этого Сквидварда убегать, но оказалось вообще нифига. Мне пришлось 3 раза полностью игру перепроходить, чтобы ее пройти, это вообще жесть. Фух, ну самое главное, что я всех спас, ну как... Почти всех. Там Гэри сдох, мистер Крабс, там 8 рыб еще в Красте Крабе. Ну нет, не важно, это все не важно. Обязательно ставь лайк, если хотя бы 1 раз в своей жизни смотрел Спанч Боба. Не забывай подписываться на канал и тыкать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Ну а мы с тобой увидимся в следующем видео. Пока!